Мне вот девчонки пишут и спрашивают, а вы учились где-нибудь делать украшения? И как вообще это в голову пришло? Ну вот я решила поговорить с вами на эту тему, рассказать вам. Я всю жизнь занимаюсь чем-то, постоянно что-то делаю своими руками. И шила, и вязала, и ремонты сама делала. В общем, могу и дырку просверлить, и повесить, и покрасить, и пошпаклевать, и вот, все могу. А украшения я всегда любила, наверное, как все. Вот только золото я не люблю почему-то. Даже пыталась одно время носить, ну как-то, не знаю, может быть, год-полтора, и так и бросила. Жили мы в Болгарии летом. Я все ходила, смотрела, сколько там украшений всяких продаются. Покупала что-то. И в один прекрасный момент мне стукнуло в голову. А почему бы не делать их самой? Есть у меня такая черта, умею я усложнить себе жизнь. Не жилось мне спокойно. Ну и все, раз такая мысль в голову попала, поехала я в Бургас, а там очень много магазинов, Бижумания, прямо вспоминаю. Много вообще со всякой фурнитурой магазинов, с камушками. Ну, купила там какой-то фурнитуры, камушков каких-то. Причем очень цены меня поразили там. Тогда до 2014 года евро стоил 40 рублей, а лев болгарский в половину, ну, то есть 20 рублей. Вот. И прям хорошие крупные камни стоили там по одному леву. А обычные бусины то меньше гораздо. Так, Филя, что ж ты делаешь там? Так, перерыв. Ой, вы бы видели, вы из Болгарии улетали. У меня младшая дочка, я, старший внук, младший внук. Все были в бусах, в браслетах, как елки обвешанные. Ну, а потом уже в Египте покупала, в Финляндии. А потом мы переехали в Севастополь. Если с продажами в Мурманске у меня было более-менее так все стабильно, я даже на выставки выезжала, то на Фиоленте мы с дочкой, кто там был, выходили прям туда на обрыв, куда все приезжают туристы, и там продавали. Но, честно говоря, продавала-то больше дочка, чем я. Я уже в каком-то видео говорила, что для меня продавать – это просто какое-то насилие над собой. Не могу я. Воспитали родители, что продавать – это последнее дело. И так и не смогла избавиться от этого за всю жизнь. Вот. Ну, продавали, покупали люди. Ну, не так, как хочется, но… Вот. Я прям очень часто вспоминаю одну женщину, которая в Севастополе, мы там стояли на Приморском бульваре, вот. Она подошла к нам и говорит: «Ой, а вы завтра будете?» Мы говорим: «Ну, будем, если надо». Вот. Она говорит: «Я перед самолетом», она с другого конца Севастополя, «я перед самолетом к вам приеду».
Мы приехали из-за нее на следующий день. Смотрю, бежит. Бежит бегом. Купила у нас браслет, серьги. Счастливая такая убежала. Приятно, когда люди, конечно, вот знают, чего хотят. Любят это дело. И вот еще хочу что сказать. Когда мы жили в России, у нас была возможность и дочка керамику свою, и мои украшения продавать на международных площадках. eBay, Etsy. А когда мы переехали в Крым, оказалось, что санкции, и для нас все это закрыто. Ну а все, кто делают и продают, знают прекрасно, что иностранцы покупают дороже, и заинтересованные они гораздо больше, чем наши люди. Так что, ну а когда мы переехали в Черноморск, тут совсем плохо. Я сдаю магазинчик один. Такая приятная девушка там работает, Ирина. Но вот с октября месяца того года у меня продались двое бус и одни серьги. А, и шарфик один, вот что я делала с бусинами. И уже, чего, уже почти середина июля, и тишина. Я считаю, что это менталитет маленького городка. Потому что не продаются же не только мои украшения, у нее там много всякого. И дешевое, и дорогое. Ну, нет продаж. Грустно это. Ну, делать я все равно делаю. Правда, сейчас я уже стала меньше делать. Но делать-то все равно хочется. Что же делать, если такая натура? Руки покоя не дают. Хочется. Так что вот так вот, мои дорогие. Посмотрите и напишите мне. Как вам? Ну, на этом пока все. Пока. За светом, где моя голова вообще, уместилась ли я?